Доброе утро, пупсики мои. Второе утро вообще просто замечательное. Тепло, ништяк так. Стою, жду автобус. Просто хорошо. На работу. Уже в кепочке гоняю, даже шапку не одеваю. Но сегодня будет дождик, по прогнозу у нас. Ну так лето началось махом. Вчера вообще жарко было за двадцатку. Хорошо, когда на улице так. Ждем автобус, довалим на работу, работать. Что еще делать-то? Пустота, что-то никого нет. Сейчас все повыползают. Еще минут пять. И все будут. Камеру не беру, снимаю на телефон. На свой. Звук мне на телефоне не нравится, как из ведра. Еще раз повторюсь, да? Вот вообще он велик оставил. На ночь, по ходу дела. Малой какой-то. В магазине, видать, наверное, вчера был. Хоп, оставил. Лето радует, когда оно наступает. Одел совку, умыл, одел, помыл. С бабушкой отправил в садик, пошли в садик они. Бабушка уведет. Анютка на работе, она только в 8 освободится. Ночную сегодня. Ладушки, увидимся в течение дня. На обеде, может быть. Что-то я и забыл про съемки. Уже день прошел, уже 11 вечера. Ночь на дворе. Вышел, думаю. Записывал же. Утром что-то там. Думаю, выйду поговорю с вами. Нет, на улице дождик идет. Что сегодня отработал, на обед ходил, на обеде вроде хотел поснимать и забыл, пришел и вообще уехал, быстренько похавал, повалялся и дальше на работу пошел. Вечером пришел, Анютка на дачу ездила. Я с совкой дома был. Киморнул часик. Сейчас не спится. А так отключился. Не знаю. Погода испортилась. Было очень тепло 2 дня. Можно сказать, полтора. Сегодня после обеда резко просто ветер поднялся. Сразу на минус. Все опустилось. Холод. Сейчас вон дождик идет. Сегодня до 1 градуса температура ночью должна упасть. Когда погода странная. Все спят у меня уже дома. Я зырю этот ютубчик по тихой грусти. Он взял телефон в руки. Думаю, запишу. Да выложу. Что-нибудь. Не что-нибудь, а вот это.
Вот так вот. Все по крыше бьется. Так холод, неохота. Лето уже охота. Но лету не бывать. По ходу дела. Вот так вот. Тишина, никого нет. Кто дома, кто что делает, кто уже спать лег. Вообще просто мрак. Ой. Ни души. Только в домах. Сейчас тоже. Через часик-полтора спать буду. Где-нибудь в час лягу, пол первого. Утром 6 подъем. Опять на работу. Работать. Ничего особенного. Ладушки, погнал я. Дальше. Смотреть там не надо. Смотрю я всякую херь. А не вон на велике приехал один. Ну прямо фонарь горит на подъезде. Забыл, как его зовут. Типа этого. Ладушки. Только он и катается постоянно. Туда-сюда ездит. Ладушки, все. Давайте. Спокойной ночи. Приятных снов.